Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Ну что, начнем с открытия пака. Монеты Одина и сам пак. Шторморез, Шепот Смерти, Громобой и чуточку ресурсов. Так, кстати, у нас событие, по-моему, там подходит к концу. Да, через 4 часа 15 минут закончится. Так что предлагаю его, наверное, пройти. Раз, два, три, четыре, пять. Как раз. У нас энергии не хватает. Твою дивизию. Да что ж такое-то? Что за нефарта такой, а? Так, ну-ка давай посмотрим. Древесина, это все понятно. Кстати, нам нужно с тобой очень много древесины, знаешь, для чего? Я хотел добыть еще железо, а оказывается 20 это максимальное количество, которое я могу в данный момент добывать. Почему? Потому что у нас склад железа не прокачан. Нам нужно прокачать, чтобы он вмещал 30, а потом еще прокачать, чтобы он вмещал уже 40. И прокачка стоит 490 миллионов древесины, по-моему. Я могу, конечно, ошибиться, но приличная сумма там по древесине набегает. Так, рыбу отдай. Так, ты тоже рыбу отдай. И, наверное, пойдем отправим его за древесиной. Здесь вроде бы все тихо, спокойно. Этого, наверное, блин, сейчас невыгодно тратить дерево. Совсем невыгодно. Ну что, будем надеяться, что на событии хоть древесину добудем. Как ты думаешь? Должно же где-то нам фартануть. Хоть в какой-нибудь игре. Так что у нас эти ребята принесли нам. Так, чешуйка плюс янтарь тусклый. Это один. А второй листочки, опять же, тусклый янтарь. Пускай тоже идет рыскать. У тебя там что? Давай проверим, что у тебя там в магазине. Не-не-не-не, не то. Обмен, отказаться. Все за руны. Невыгодное предложение, да? Тут у нас только рыба. Ну что, поехали на события? Что делать-то? Больше нам ничего не остается, как играть здесь. Есть еще, конечно, арена. Мы, наверное, сегодня ее поиграем. И мы выигрываем пак здесь. Так что погнали. Рулетка еще, не забывай, будет. Может быть, с нее древесина выпадет. Ну-ка. Прощупаем. Наверное, начнем вот с этого, с тройного удара. Хорошо. Так, 14 уровень, да, здесь у противников. Кроме Лаварыга, он 13 левел имеет. Ну что, вжариваем. И... Да, отлично, скрита унесли. Плюс у нас здесь костолом. Вот что он творит. Может, хватит уже? Кстати, здесь всего лишь одна волна. Удивительно. Почему одна? Ну что ты будешь делать, Лаварыг? Атакуешь. Как хочешь. Я думал, он поставит на себя защиту. Или щит, в конце концов. Или отхил. Но нет, он решил атаковать. Глупый Лаварыг. На тебе. Блин, не пробили. Вот и победа. Крутим колесо. И в надежде на древесину. Опа, она выпадает в плод мудрости. Ну что же, я не возражаю нисколечко. И забираем с тобой пак. Переходим на мини-боссиков. Окей. Вперед из песней. Блин, а как же нам с тобой пройти-то это событие, если не хватает рун, не хватает у нас энергии. Но тут уже мы видим две волны будет. Начнем с Шепота Смерти. Опа, он промазал.
Это круто. Так, ну что, выносим его. Клыка крив. Поехали его теперь бомбить. Подожди, блин, ну зачем? Я же хотел понизить ему. Понизить защиту. А он взял, просто укусил. Ну давай, кусай тогда. Шоп от смерти. Так, это у нас мини-боссики, да, я так понимаю. Окей, поехали. Понижает броню. Сейчас они тут вдвоем сходят. Только не надо мне валить, пожалуйста, моего штормореза, нет. Немножко не переиграть решили все, да? Так, ну что, шепот смерти, в принципе, ребята, уже все, не жилец. Ну, штормореза, скорее всего, они тоже мне тут завалят. Этот постарается, пройдоха. Погнали. И остается костолом. Ну, что он тут один сделает? Ничего. Мы на него повесим слепоту и потихоньку разберем. Вот и все. Вот чего он добился. Погнали. Так, укус. Будет разбег? Нет, не будет. Ну и последний завершающий удар. Вот так. Все, ребят, двигаемся дальше. Надеюсь, древесинка выпадет нам. 175 миллионов рыбы. А мне вот не хватает как раз-то дерева. И энергии, как ты видишь, у меня последняя. Поехали. Ну, предположим, даже если я куплю за 69 рун одну попытку, мне не хватает двух попыток. Вот в чем беда. Ну, тут даже и думать нечего. Начинаем с кревета. Потом уже и костолома прихватим. Тут две волны. Блин, событие-то вот это на самом деле легенькое, я думаю. Ну, что тут их запетрушить и все. И босса, я думаю, мы порвали бы вообще в легкотню. Что за вот нефортуна такая? Уже второе событие мы не можем пройти полностью. Про то я вообще молчу. Про самое первое, которое мы с тобой играли. Там, конечно, вообще люто было все. Здесь вроде бы все легко, но не хватает ресурсов. Зашибись. Ну что, давай добивать его тогда. И что-то думать. Последняя волна. Так. Громыль. Клыка крив. Наверное, сделаем вот так. Я буду его бомбить до последнего. Так, теперь идет громыль. Плюс. Ага. Опа. Громорок, вот что ты, оказывается, умеешь. Не ожидал. Ну что, добиваем его. И остается у нас наверное, все-таки будем громыля бомбить. Понижаем его защиту. Так, секунду. Кусаем. С громороком займемся уже после. Ох ты. Че это вытворяет? Посмотри, а. И хиляемся. Так, теперь укус. Ну все, в принципе, наши три динозавра сейчас сходят. Динозавра, дракона, конечно же. И добивка. Как-то так. Ну и что же выпадет? Да ладно. Содержит элитных. Так, и забираем с тобой еще 200 склянок. Да, друзья мои, не хватает всего лишь двух попыток, чтобы мы с тобой... Ну вот видишь, 65, а нужно еще 65. Где я тебе столько рун возьму?
Давай посмотрим, может быть здесь выпадет из пака. Но это вряд ли. Столько много рун. Максимум десяточка может выпасть и все. Опа, кто это там? Размягчитель что ли опять? А нет, злобный змеевик. Ну этот у нас есть партизан. Мы его отпускаем. Эти-то что у нас тут стоят? Иди в бой, бесплатный. А ты, Громль, чего там? Дайте мне рун, пожалуйста. Дайте мне рун. Я не знаю, правда, сколько их там. Нет. Выпадает янтарь. 3600. Да нафиг он мне сдался, блин. Это янтарь ваш. Лети. Нет у меня больше возможности получить рун, древесины. Какой там, блин, обучить? Перейти к насесту. Сотый уровень нужен. Пускай летит. Вот как тут быть, а? Ну вот объясни, вот как вот здесь можно... Сколько у нас еще 4 часа? 4 часа, да? А через... Слушай, подожди-ка, если мы с тобой... Так, погоди-ка, открыть. Через 4 часа. У нас с тобой энергия через 3 часа 45 минут. То есть мы можем его пройти. Это событие. Можем, ребята, пройти, но нам придется прям вот тютелька в тютельку, прям перед самым, как говорится, завершением именно заходить, и у нас с тобой как раз накопится одна энергия. Но это нельзя здесь проигрывать. Так что поехали. Так, влупим. Давай сюда вот. Две волны всего. Окей. Так, добиваем. Так, шторморез. Еще творит. Поехали. Так, понижаем защиту. Две волны. Так, громорок остается. Пока тратить не буду. Вот сейчас хильнемся, наверное, да, скорее всего. Чтобы здоровье немножко подправить. И... Раз, два, три. Я думаю, что все, здесь запинаем мы. Первую волну пройдем. Так, и добивка. Смотрим, что дальше. Ага, тройной удар, костолом и лаварык. Давай, наверное, вот так все-таки сделаем. Раз. Это терпимо. Так, давай кусай сюда. Костолом, потом лаварык. Мы еще хильнуться успеем с тобой. Давай я тогда вот так вот бомбану. И... А вот нужно ли мне хиляться-то? Вот в чем вопрос. Нет, наверное, не будем хиляться. А сделаем с тобой вот так. Угу. Я как раз это и ожидал. Поехали. Так, понижаем ему защиту. Кусаем. Так, лаварык тут пока ничего нам не сделает опасного. Костолом тем более. Дальше добиваем. Тотальное уничтожение. И теперь остается лаварык. Ну. Раз, два. Так, понижаем ему защиту. И добиваем. Вот так. Крутим колесо. Да ладно, спасибо. Вот это уже другой разговор. Древесина нам выпала. Так, ребята, короче, надо ждать 3 часа 42 минуты. Это получается, ну, грубо говоря, 4 часа. Сейчас 3 часа. В 7 часов вечера, да, получается откат. Окей.
потерпим. Содержит элитный шторморез, громобой, шепот смерти, шипорез, громыль, экзотический шепот смерти и кривоклык. Все. Так что я хотел сделать? Кузницу поставить на улучшение, конечно же. Кузня, вот она. Так, подожди, нет, это не то, вот 490. Улучшать. Один день, 9 часов. Зашибись. Это только мы прокачаем до 30. Потом надо будет до 40, потому что иначе никак. А, кстати, мы же можем пока с тобой отправить нашего ветрокрыла, да? Чтобы он нашел. Пускай... А, подожди, нашел. 250 нужно миллионов древесины. Так что мы его даже никуда не отправить не сможем. Все одно к одному. Да? Этого тоже не сможем обучить. А почему написано расширить академку? А, так у нас тут до сих пор еще качаются. Ё-моё. Так, ну что, давай тогда пойдем на арену. На арене у нас все чисто. Надо, как говорится, заработать немножко паков. Я думаю, сейчас мы здесь всех разбомбим. Кто у нас тут? Громыль, Прихвостень, ну и, естественно, Костолом. Ну, я начну с Прихвостня. Раз, два, вдвоем они сейчас ходят. Уровень у них 15 у всех. Угу. Ну что, бомбанем. Когда у него ослаблена защита, конечно, мой кривоклык шарахает, будь здоров. Так, Громоль, метеорит свой сейчас выпустит. А, нет, не метеорит. Барсик, добивай. Красавчик. Ну и Костолом разбег свой делает, естественно. Куда же он без него-то? Оу, щит. Вынес, прикинь, шторморезы. Вот так вот. Дядя шутить не любит, я смотрю. Давай, наверное, укусим. Можно было бы слепоту, конечно, повесить, но я думаю, мы его так запинаем. А вдруг не запинаем? Нафиг. Перестрахуемся лучше. А то он что-то вообще залютовал здесь, смотри. Так, ну что, ударяем и добиваем. Ох, какие они тут. Тройной удар, Барсик и тоже, я смотрю, Кривоклык, да, там стоит. Так, точно. Давай, будем, как обычно, разбирать. Тройной удар, а потом уже... Тихо ты. Потом уже будем разбираться с остальными. Ты смотри, как бомбит, а? Уничтожит, скорее всего, сейчас. Мощный крит. С этим ничего не поспоришь, ребята. Понижаем здесь защиту. Барсик, ты на кого будешь прыгать? Понял. А ты? Отгаденыш. Так, ну что, хиляемся тогда. Ну, этот нам не страшен, он ничего не сделает. Кусаем, я думаю, понизим. А, вообще-то можно хильнуться. Я думал, не хватит у нас на отхил. Я думал, броню сейчас ему понизим. Ну, раз такое дело пошло, так это еще даже лучше. А здесь у нас Змеевик, Хофер и Скала. Хофер начинает первым выпендриваться, да? Так, злобный Змеевик. Куда он? Понял. А я все равно буду Хофера бомбить. Все. Так, теперь злобный Змеевик. Этот будет разбег делать. В кого? Твою налево. Ведь знает, кого бомбить. Что с мышкой, ребята? Что-то с мышкой происходит.
батарейки, что ли, разряжаются. Эй-эй-эй, подожди. Твою налево. Вынесли, прикинь. Будем мстить. Так, понижаем броню. В плане, я же сказал. Вот это что такое было? Я сказал, понижаем броню, он взял, просто укусил. Что с мышкой не то, а? Не пойму. Ну давай, еще барсиком не выруби. Нет, не успеет. С горем пополам с такой мышкой прошли. Ну что, забираем с тобой пак вождя. Открываем и смотрим, что нам здесь выглядит. Громобой, кревет, шепот смерти, шторморез, парящий прихвостень, водорез, барс и вепрь. Опачки. И стальной капкан. Чемпион. Как видишь, мы с тобой получили всего лишь 3 обычных пака. Один из них открываем на открытие. Заберем здесь награды. Так, получить 50 склянок. Так, и еще соточка, да, получается. Надо, кстати, заглянуть и посмотреть, сколько у нас вообще склянок с тобой. Это сюда. А ну-ка. 8325. 26 дней еще в запасе есть. Блин, ну не знаю, хватит ли нам на Инферн. Кто он там? Инферн. Этих мы уже можем с тобой спокойненько купить. Ну, кроме вот этого. Ну, хочется-то премиум. Хочется-то премиум купить. И событий в ближайшее время у нас пока не намечается, да? Только вот это вот. Через 3 часа 50 минут он закончится. А у нас... Короче, вот... Где-то 15 минут будет в запасе, чтобы пройти события и получить пак. Ну, это, конечно, не обязательно, но просто хочется. Так что, друзья мои, завершаю серию, но заканчивать ее пока не буду. Через 3 часа увидимся. Так, друзья мои, 19 минут до конца события у нас. Надеюсь, я успею. Блин, а тут 1 минута 31 секунда. И мы получим с тобой дополнительную энергию. Ух, надеюсь, мы с тобой здесь справимся. Так, у нас пак созрел. Шторморез, шипорез, древоруб. Так, давай-ка, наверное, еще откроем. Следующий. Подписывайтесь на Инстаграм. Так, для обмена дракон готов. Скрытый мимикрыл какой-то. Древесину я заберу. Че, как говорится, добру пропадать, да? Ну что у нас там? Время подошло? Подошло. Поехали, друзья. Чего? А, 49 секунд. Ну, 49 секунд мы подождем. Блин, лишь бы выиграть, ребята, если сфейлимся. Ну, конечно, ничего страшного не будет, но мне хочется события проходить все. Тем более, защита торговцев. Плюс пак здесь ареновский будет. Так, я не знаю, сегодня, наверное, мы еще поиграем, знаешь, во что? Черепашек надо будет... Как говорится, конкретненько подойти, потому что завтра уже будет понедельник. Новая неделя, нам нужно подготовиться конкретно. А если нас скинули с первого места, обратно запрыгнуть туда, да, нафармить все, что мы с тобой не успели. Потратить, так сказать, наш весь сыр. Так, 8 секунд, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Готово. Ну что, вперед, друзья мои. Из энергии у нас что с тобой? По-моему, только прилив сил, да? Что там у нас есть? Сейчас глянем. У нас с тобой... Ага. Одна груша и одна прилив сил. Две волны. Ну, нифига себе. Два громобоя, 17 уровень. Ё-моё. Так, ну атака, по идее, у них должна быть слабенькая, потому что это все-таки стражи. Угу. Так, ну а ты чё? Упс, вот это больно. Так, нам нужно с тобой хиляться. Допустим. Так, укусик сюда. Сейчас опять сделают суперудар. Угу.
Или вот этот сделать супер мощный? Нет, обычный. Да что такое? Опять что-то, ребят, с мышкой не то. Почему в этой игре какие-то проблемы с мышкой? Так, они опять два раза ходят, да? Раз. И два. Блин, заблокировал, прикинь, я хотел сделать супер удар. Ладно, одного минусанули. Теперь этого. Так, хиляемся. Почти фул хп. Шикарно. Так, он опять за свое. Так, укус. Блин. Ладно, сейчас будет обычная атака. Я просто хочу посмотреть, кто там будет боссом. Не переходим. Громорок? Серьезно? Фью. Я думал, сейчас тут будет трэш какой-нибудь. А тут громорок обычный. Так, ладно, мы с тобой как можно быстрее сейчас тройного удара нахлобучим. Блин. Опа. Видишь, что он творит? Он на него вешает, друзья мои, защиту. Так. Окей. Тройной удар, в принципе, ребята, уже готов. Остается ему там пару ударов. Может, даже один удар, и все. Добьем. Добьем. Так, и теперь сделаем с тобой вот так. Блин, злобный змеевик, наверное, сейчас. А, так это еще типа капкана. Типа капканчика, да? Стального. Ого. Нифига себе, громорок. Так, что он сейчас будет делать? Ну-ка, промахнулся. Ты посмотри, какой он тугой. Кривоклык только нормально его бомбит, остальные все там вообще микроны отнимают у него по хп. Так, ладно, понижаем тогда ему защиту. Посмотрим, как у нас все равно тяжело разбирается. Вот такие вот новости. Ладно, будем бить. Нам все равно делать нечего. Будем потихонечку разбирать. У него пониженная броня, так что еще понизим. Сейчас защиту поставим на себе. Точно. Почему-то я не удивлен. Ё-моё, а тут защиту еще и ту замучиться пробивать, прикинь. Вот это да. 319 в минус. Так, по-моему, пошло на убывание, да? Ну что, добивка? Вот и все. Выиграли. Давай-ка крутанем колесо. Посмотрим, что нам тут. Рыба, да? Угу. 175 миллионов. И забираем с тобой ареновский пак. Ну-ка посмотрим. Вот и еще одно задание выполнено. Вот это вам, ага. Выглядит в точности как тот груз, что вы защищали. С ума сойти, верно? Да уж. Шторморез, шепот смерти, ужасное чудовище, кривет, древоруб, громорук, отпрыск, водорез и кривоклык. Вот и все, друзья. Выполнили, короче, мы с тобой это событие. Ближайшее я не знаю, когда будет. Скрытый мимикрыл. Прикольно выглядит, ребят, да? Мимикрыльчик такой. Ух, тут дофига чего нужно. Длинный пляж, малые острова, остров ночи. А вот это вот где брать? Кровожадный пик, утес бесконечности. Через 12 минут заканчивается этот эксклюзив. Ну а ты чего у меня стоишь, бедолага? Лети куда-нибудь, зачем-нибудь. Ну что, друзья, на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.